Бодрящий бизнес, кофейная культура в Крыму развивается как никогда, увеличивается спрос на ароматный напиток, растет количество заведений. Как же среди этого разнообразия выбрать качественную кофейню с хорошим продуктом? Давайте разбираться. Лучшим вариантом будет заведение так называемой третьей волны, где в приоритете не массовое производство и маркетинг, а отношение к кофе как к деликатесу. В первую очередь в таком заведении вас должен встретить аромат свежемолотого кофе. Потому что измельчать зерно нужно строго перед приготовлением, так оно не потеряет свои свойства. Зерно в кофейне должно быть 100% арабикой, чтобы кофе получился качественный и вкусный. Обязательно уточните эту информацию у бариста. Специалист в своем деле ответит вам на любой вопрос по теме. Вплоть до того, откуда зерно и с какой стороны привезено, какой вкусовой профиль в нем и что входит в состав напитка. Пожалуйста. Оцените чистоту, опрятность персонала и расположение кофемашины. В хорошем заведении она занимает центральное место барной стойки. Обратите внимание на стимер, который подает пар в ваше молоко, и на сам молочник, который тоже должен быть идеально чистым, потому что они находятся под воздействием большой температуры, которая может привести к отравлению, если все не будет идеально чистым. Ну а пенка, которая должна в итоге получиться, в идеале глянцевая и эластичная. Рисунок на молочном напитке предназначен не только для того, чтобы радовать гостя, но и показывает, что молоко было взбито правильно. Часто посетители пьют бодрящий напиток прямо на ходу. В этом случае персонал не может нарушать зону гостя. Если вы берете кофе с собой, то бариста не должен касаться стаканчика выше 3 сантиметров, а крышку брать вместе, откуда вы будете пить. Ну а сам кофе не должен быть обжигающе горячим. Особенно с молоком, потому что при высокой температуре белок распадается, и это может добавить излишнюю горечь. Еще один признак хорошего заведения – альтернатива в меню. Ну и чтобы вся кофейная церемония была для посетителей приятной, заботятся и об атмосфере. Хорошая кофейня должна уделить внимание и интерьеру. Сейчас в моде строгие цвета – черный, белый, серый. Ну а стиль скандинавский или лофт – простота, незамысловатость, свобода – вот их основные качества. Так что будьте внимательны и пейте кофе. На здоровье! Екатерина Серегина и Алим Велиев. Утро нового дня!